Разбор полетов. Полетная поза утконос. Друзья, я расскажу стихотворение о том, как из полетной позы гамак сделать транзит в полетную позу утконос. Утконось, говори тут. Утконос, утконось. Говори, Зая, давай. Я утку делаю. Хорошо, ладно, давай. Утконос, утконось, руки сзади, ноги врозь. Вот в гамак ты легла, попный угол вниз дала. Руки сзади надавила, утконоса получила. Полетная поза гамак. Руки прямо, ноги прямо, не сгибаем. Поворачиваем ладошки к ветру и начинаем немножечко давить руками. Не ослабляем угол между животом и ногами, продавливаем его и переходим таким образом в позу утконос. Первое время, возможно, небольшая трясогузка. Что такое трясогузка? Это такое состояние, когда ты принял полетную позу, но тебя начинает болтать из одной стороны в другую, там еще куда-то летишь. В общем, происходит что-то вам непонятное, неподвластное. Но не нужно бояться этого состояния. Нужно с ним немножечко пожить. Не резкими движениями попытаться стабилизироваться, друзья. В определенный момент вы найдете, как вам сказать, вы найдете те мышцы, которые вас будут стабилизировать. Это будет как по щелчку пальцев. У вас не будет получаться, сначала не будете, будет потом оп, оп, и получится. Ну а после того, как мы полетели в полетной позе утконос, можно тренировать полетную позу комар. Всем спасибо, до скорых встреч!